Мы говорим про очаговые или узловые образования щитовидной железы. Рассмотрим их достаточно прицельно. И первый вопрос, который мы должны обсудить терминологически, что обозначает сам термин «узел» или «узловое образование». Это два синонима по отношению друг к другу. Можем утверждать, что это участок ткани щитовидной железы, имеющих структуру, отличную от прилежащих участков паренхимы. То есть участок, который не такой, как рядом расположенные участки интактной паренхимы, или даже если она изменена. И когда мы говорим про щитовидную железу, это просто вопрос традиции, что очаговое образование здесь чаще называют узловым образованием. Да? То есть в каком-то смысле можно поставить знак равенства между очаговым образованием щитовидной железы и узлом, потому что узел — это просто именно традиционная такая формулировка. Как их можно расклассифицировать? Узлы, которые мы определяем их графически, в принципе, могут быть пальпируемы или непальпируемы. Мое индивидуальное мнение, да, кто-то по-другому считает, что вовсе не обязательно нам на щитовидной железе, если вы не врач-эндокринолог, пальпировать по разным причинам. Одна из причин, что вы можете больше вреда причинить, чем пользы. А задача ваша, прежде всего, ответить на эхографические вопросы. Да? И как расклассифицировать эти пальпируемые узловые образования? Как их охарактеризовать? Но прежде всего то, что позволю себе отвлечься еще прежде, чем этот слайд продолжить. У меня вчера была пациентка, которая пришла от очень опытного, уважаемого доктора-эндокринолога с большими глазами, вся в расстроенных чувствах, потому что доктор нашла пальпируемый узел. У нее никогда не было, все хорошо. Смотрю, нет никакого узла. Да? То есть доктор с многодесятилетним стажем пальпаторно находит, а вы не находите, то в конечном итоге определяется вопрос, что мы видим эхографически. Да? И с этой точки зрения, в отличие от молочной железы, для нас большой необходимости пальпировать здесь нет, потому что это связано с... Это связано с необходимостью более адекватного поиска. Здесь поиск несколько иного принципа. И очень важно, что по половой принадлежности вообще в целом патология щитовидной железы у женщин почти в 5 раз превышает распространенность, чем у мужчин. И это же касается и узловых образований. Да? Важный компонент, что 5% таких пальпируемых узлов являются злокачественными, поэтому понятна, так скажем, настороженность эндокринологов, потому что они сами нащупывали. Теперь, как же очаговое образование, теперь уже не про пальпацию, речь идет о определяемой эхографически. На что мы это можем выразить? Что это может быть? То есть мы увидели узел, в какую классификационную нишу дальше мы его засунем. Прежде всего, это доброкачественные коллоиды, гиперпластические узлы. Это 80%. Да? 80% это много, да? Доброкачественная фолликулярная аденома 10%, каждый десятый. Это отчеты статистические патоморфологи, да? Поэтому тоже достаточно высокий процент. Карцинома, смотрите, от 5 до 10%. Немало. Да? И все узлы, так называемые, тоже 1-5%. Наконец, всякие другие редкие находки, как интратиреоидная локализация щитовидных желез, метастазы, истинные кисты, это вот встречается уже как такие раритеты. И если обобщенно
взглянуть на эту табличку, на этот перечень, важно, что подавляющее большинство – это доброкачественные гипопластические узлы, но что карцинома встречается. И на самом деле этот процент не маленький. Поэтому, что касается узловой калорийной гиперплазии, давайте просто эти узлы попытаемся представить, как они устроены. Вот пример такой картинки. Значит, мы договорились, что это уже 80%, да? Каждый восьмой из десяти, нет, 8 из 10. И посмотрите, сопоставление узла с гистологическим примером. Это связано с тем, что вот на территории узла паренхима специфически накапливает коллоид. И вот эта область, где коллоид накапливается в большей степени, она характеризуется вот такими кистоподобными полостями, именно заполненными коллоидом. Чаще всего это своеобразная такая кистозная коллоидная дегенерация, хотя и является одним из как бы патогенетических механизмов формирования этих узлов. Но, забегая вперед и глядя на эту гистологическую картинку, я хочу просто ваше внимание обратить вот на что. Смотрите, значит, вот эта синенькая стрелка – это интактная паренхима. Здесь сами по себе вот эти фолликулы, в которых коллоид накапливается, они мелкие. А вот этой желтой стрелкой обозначена зона узловой гиперплазии. И накопление фолликулов, накопление коллоида приводит к расширению этих фолликулов, они становятся большего размера. Не надо думать, что там, где желтая стрелка, что там будет киста. Вообще удивительная вещь, и надо с ней хорошо для себя определиться, глядя на эту гистологическую картинку, что ведь коллоидные узлы, они бывают разной структуры. Они бывают сугубо солидные, солидно-кистозные, кистозные, и то, и другое норма. И когда узел полностью солидный, когда там нет никаких вообще коллоидных включений, видимых глазом эхографографических, то он, в свою очередь, может выглядеть гипоэхогенным, изоэхогенным и гиперэхогенным. И удивительно, вот гиперэхогенным, он больше всего опасен в плане того, что его можно с большим трудом дифференцировать от аденома. За счет чего появляется гиперэхогенный коллоидный узел? За счет того, что вот эти зоны накопления коллоида становятся крупными. Чем крупнее эти зоны накопления коллоида, чем вот эти ячейки более крупные по диаметру, тем больше эхогенность коллоидного узла. Чем они меньше, тем это ближе к изо- и гипоэхогену. Да? То есть мелко ячеистые участки узловой гиперплазии при гистологической картинке, они гипоэхогены. А крупные чистые, они не будут. Но и то, и другое коллоидный узел. Первое впечатление, когда смотришь, ну как бы я вижу повышенной эхогенности узел, но не может быть он коллоидным? Может. Коллоидный узел, у которого вот эти ячейки массивные по диаметру, они дают повышенную эхогенность узел. А с небольшим диаметром они гипоэхогенные. То есть вот этот вот участочек, он будет изоэхогенен окружающей паренхиме. Да? То есть здесь, по всей видимости, ячейки сами по себе небольшие. А там, где просто кистозное включение, уже кистозная дегенерация. То есть это уже разорвались между ними вот эти промежутки, разграничивающие отдельные
фолликулы расширены, и появилась кистозная полость. Очень важный вопрос, можно ли как-то определиться с признаками злокачественности. Удивительно, но факт, что, казалось бы, молочная железа, щитовидная железа, поверхностные органы, но у них не все одинаково в плане всяких признаков малигнизации. Да? Здесь есть своя специфика, которую надо учитывать. Просто вот знак равенства мы там выучили, здесь будем искать то же самое. Мы очень часто не найдем прямых аналогий. И в этой связи очень удобная вещь – это разделить на определенный морфотип. А как существует категория бирации или байрации, да, которую мы с вами рассматривали, сегодня уже существует еще такая тирац и пирац. Пирац для предстательной железы, а тирац для щитовидной. Тирац еще не опубликован официально, да, то есть байрац вышла уже в начале 2000-х годов. Тирац, но она обходит как такая, как документ вынашиваемый и очень близкий к этому, но официально он не опубликован, есть просто отдельные научные сообщения. У нас в стране достаточно широко этим известный узист Сенча занимается, да? Но вот пока опубликованных в такой широкой доступной печати нет. Поэтому то, что мы рассмотрим сейчас подразделение на определенные морфотипы, оно очень удобно и относится к этому же подходу, к тирации. Но это не тирация в чистом виде, да, потому что она еще просто не нашла своего окончательного завершения. Мы сейчас разделим все узлы, которые можно увидеть и определить эхографически, на 8 морфотипов. Разделив их, в свою очередь, на две половинки. 4 злокачественных и 4 доброкачественных. Начинаем с злокачественных. Да? Высокая вероятность папиллярной карциномы. Вот такая картинка. И что мы здесь видим? Солидное гипоэхогенное образование с мелкими внутренними кальцинатами. Этих кальцинатов довольно много, вот они стрелками изображены. И располагаются эти кальцинаты как-то отчасти эксцентрично. Еще аналогичный пример. А вот то же самое, когда таких образований несколько. Первая мысль, ну если несколько, вряд ли это злокачественные, бывают достаточно часто мультифокальные папиллярные карциномы. Значит, для них характерно наличие именно вот таких гипоэхогенных образований с мелкими внутренними кальцинатами. Четкость или нечеткость контуров имеет в данном случае второстепенное значение. Да? Потому что нечеткость будет определять уже уровень инвазии. А если еще полностью все локализовано в этом образовании, это может быть незаметно. Вот именно сами кальцинаты. Когда мы говорим про микрокальцинаты, важно определиться, с какого размера. То, что меньше миллиметра. Да? То, что ну, сейчас можно теоретически измерять нашими курсорами, очень увеличивая, но и так это даже на глаз видно, да? Когда мы не включаем процесс измерения, это меньше миллиметра. Значит, вот их наличие, видите, с какой высокой специфичностью, до 95%, является признаком злокачественности. Важно, что при этом в силу своих размеров они не дают акустической тени, но если они собрались в конгломерат, то тогда тень мы можем увидеть. То есть пока они маленькие, мы тени не видим.
Еще один пример, точно такой же, располагаются достаточно диффузно. Патогистологический диагноз, папиллярная карцинома, и видите, при этом совершенно диффузно располагается по всей паренхиме. И обратите внимание, очаговое образование отсутствует, то есть они диффузно присутствуют по всей доле, а очагового образования не выявили. Если говорить по карциномы в принципе у щитовидной железы, вот они делятся на такие четыре гистологических типа по эпителиальному компоненту: папиллярной, фолликулярной, медулярной, недифференцированной. Для нас это второстепенно. Для нас это просто важно знать, с чем это может быть сопряжено, потому что диагноз какого она типа мы ставить не будем и не должны. Если кто-то пытается это делать, это заведомо неправильный подход, да? Это гистологический способ определения, который не должен на себя брать УЗИст, какой бы у него опыт ни был. Среди всех этих карцином папиллярный чаще всего встречается, до 80% всех типов рака щитовидной железы. Вот что касается их графических особенностей, из статьи, которая приводится, видите, внизу слайда, что можем сказать? Что контуры не четкие, но ровные, обратите внимание, ровные контуры в 93% случаев. Не четкие, но ровные контуры. Мы когда видим неровные контуры, допустим, в молочной железе, больше всего обеспокоены, да? А здесь с ровными контурами, если просто они не четкие, уже это может быть признак злокачественности. И только неровные, нечеткие в 7%. Да? То есть неровность достаточно редко здесь является таким ведущим фактором. Хало. Мы помним, что хало – это ободок вокруг очага. Чаще всего гипоэхогенный ободок, чаще всего связанный с присутствием там периферической васкуляризации сосудов. Он в подавляющем большинстве отсутствует, в 93% случаев. Да? То есть с этой точки зрения типичный признак хала – это доброкачественный признак. А если мы его не видим, видите, в 93% случаев это может быть связано с карциномой. Что касается микрокальцинатов, вот посмотрите, они в 42% случаях, но в то же время могут отсутствовать почти в половине. Да? То есть это такой признак сам по себе достаточно распространенный, но тем не менее он может не проявляться. Возвращаясь к папиллярной карциноме, значит, она может иметь солидный тип. Вот это пример, с которого мы начинали, он как раз солидный, полностью солидное образование. И он может быть внутрикистозный в 10% случаев. И внутрикистозный, вот он связан с тем, что внутри кисты, посмотрите, это образование, у которого тоже те же самые внутренние микрокальцинаты. Да? То есть киста как таковая, если там нет образований никаких эхографических признаков злокачественности не имеет. Интересно, что в молодом возрасте встречается, смотрите, да? По-прежнему гораздо чаще у женщин, чем у мужчин. Нередко бывает мультицентричный, вот, тот же самый пример, который мы с вами смотрели. И тоже очень важный момент. В каждом третьем случае билатеральная. Нашли с одной стороны, и она может быть с другой стороны. В каждом третьем случае, да, это много. Согласитесь, то есть это прямо нацеливает на то, чтобы быть очень внимательным, если мы нашли один признак с этой стороны, искать его целенаправленно с противоположным. Итак, микрокальцинаты до 50% случаев. И какие имеются факторы риска, это радиация, надо учитывать, да, и семейные формы. Значит, вот один из таких примеров папиллярной карциномы, посмотрите, там, где желтая стрелка, это
это уже пример инвазии за пределы капсулы, да? И при этом рядышком мы видим лимфатический узел, который отличается от нормального строения за счет того, что в нем появляется кистозная такая перестройка коркового вещества. Это результат именно метастатического такого поражения. И поводом для нацеленного поиска должен быть. Итак, первый морфотип мы с вами посмотрели, значит, для себя отметили, что он был связан с наличием микрокальцинатов в солидном образовании. И характеризовался прежде всего как наиболее частая вероятность папиллярной кальциномы. Второй морфотип. На него похож, но есть определенные отличия. В чем они? Он характерен для так называемой медулярной карциномы. И что здесь мы видим? Что это тоже гипоэхогенное образование, но кальцинаты крупные и располагаются центрально. То есть они собраны в крупные скопления и лежат в центре узла. Еще одна интересная особенность. Вот такого типа узлы располагаются преимущественно в верхней и средней долях. И вы здесь видите, что они в некоторых случаях образуют ярко выраженную тень, как, например, на первой картинке. В других эта тень может быть менее заметной. Да? Но, тем не менее, скопление кальцината вполне естественно больше шансов для тени имеют. Какие-то дополнительные особенности, которые объясняют для нас особенности именно распространения самих очагов. Но самое главное нам представить себе, что основной признак – это скопление кальцинатов крупной группой в центре узла. Значит, нередко это сопровождается шейной лимфаденопатией. Вот на нижней картинке лимфатический узел от узла в правой доле. Посмотрите, как он располагается. Да? Вот мы видим трахею. Это передний контур щитовидной железы. Это узел не глубокой шейной группы, а узел паратрахеальный. Да? Он лежит рядом с трахеей. Вот тут написано, что лимфаденопатия нередко пальпируемая. Если это глубокий шейный узел, вы его не пропальпируете. Понятно почему, да? Он лежит за грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Если это паратрахеальный, вы его пропальпировали, да? Вот он как раз здесь. Третий морфотип. Высокая вероятность фолликулярной неоплазии. Вот этот морфотип чем характеризуется? Солидное образование с однородной эхоструктурой. Вот однородно здесь прямо можно двумя чертами подчеркнуть. Солидное образование с однородной эхоструктурой, удивительно, да, скажем, по сравнению со щитовидной железой. Если вы увидели щитовидную железу с солидным образованием абсолютно однородной, вы должны быть насторожены. Почему? Вот еще одна такая картинка. На что еще похожи вот эти два примера? На эхоструктуру яичка мужской половой железы. И это очень важный признак, надо глаз набить, просто это помнить и прямо целенаправленно не отказываться себе для того, чтобы набивать в этом глаз, потому что именно это один из характерных признаков аденомы щитовидной железы. Она похожа на эхоструктуру яичек. Посмотрите, обе картинки,
они на самом деле не абсолютно округлую сфероидную форму демонстрируют, а также как яичко, овоидную. Да? И структура абсолютно однородная. В 80% присутствует гипоэхогенное хало. Вот здесь мы давайте его проследим. Вот оно пошло, вот. Мы его видим. Вроде бы доброкачественный признак, да? И очень наглядная демонстративная картинка вот эта. Да? Васкуляризация диффузно усилена по всему очагу. Мы сегодня на одном из примеров видели в коллоидном узле единичный центральный ярко выраженный локус васкуляризации. Здесь посмотрите, сколько и как они располагаются. Да? Равномерно, диффузно идут от периферии к центру. И это тоже характерной особенностью является. А вот кальцификации здесь нет. Вы ее практически не встретите. Вот эти четыре признака суммируем. Солидная с однородной структурой, напоминает структуру яичка. Есть гипоэхогенное хало. Еще 4А пункт. Он касается того же, что уже прозвучало, напоминает яичко. Яичко не бывает сфероидным, да? Оно всегда овоидное. Овоидность очертаний для аденомы является такой очень характерной. И васкуляризация, да? Васкуляризация вот так диффузно усилена. Как расклассифицировать фолликулярную неоплазию? Когда мы говорим про фолликулярную неоплазию, подразумевается, что это моноклональный тип роста, да? И делится фолликулярная неоплазия вот таким образом. 85 на доброкачественную фолликулярную аденому, а 15 на фолликулярную карциному. И вот очень важный момент, который сейчас в нижней части слайда написан. Давайте проанализируем внимательно. Отличие аденомы от инкапсулированной фолликулярной карциномы возможно только патоморфологически и невозможно при тонкоигольной аспирационной биопсии. Какой из этого вывод? Вот некоторые эндокринологи, скажем, повышенную возлагают ответственность в таких случаях, допустим, на результаты цитологии после пункции узла. А что касается как раз фолликулярной неоплазии, то здесь невозможно по результатам цитологии дать ответ. То есть если мы увидели вот эти характерные признаки, то мы должны указать, что это признаки фолликулярной неоплазии. И только потом уже патоморфология укажет, это был фолликулярный рак или это аденома. Но в любом случае это не коллоидный узел, и это опухоль в любом случае, она требует именно хирургического удаления. Да? То есть если вопрос об удалении при коллоидном узле, он определяется многими факторами, типом роста, сдавливает, не сдавливает, темпами роста, отклик на терапию и так далее, самочувствие пациента, то при аденоме, если мы видим эти четыре признака, которые перечислили, яичко гиперваскуляризованное, без кальцинатов, однородное, с хорошим хало, это повод для выставления заключения. Признаки фолликулярной неоплазии. Их графические признаки. И помним при этом, что это наша ответственность, потому что патоморфолог может только это доказать уже на операционном материале, а цитолог отдифференцировать аденому от карциномы не может. Значит, удалять надо в любом случае. Фолликулярная карцинома. Вот посмотрите, интересно, как она выглядит, но понятно, что это постфактум. Вот уже получен этот материал
операционной, и что тогда руками махать, что называется, да? Но обратите внимание, чем она конкретно отличается в данном примере? Это не яичко, да? Это округлое. Мало того, кальцинат там еще рядышком сверху, да, эксцентрически расположенный. И она встречается часто. 20% всех злокачественных образований – это много, это согласитесь, да? Выглядит как гиперхогенное сольное образование. А вот что касается хало, оно здесь неравномерной толщины. Да? У карциномы хало есть, а толщина его неравномерная. Самый такой для нас актуальный и важный вопрос – дифференциальный диагноз с узловой гиперплазией, коллоидной гиперплазией. Да? Если мы сказали, что коллоидный узел может быть повышенной хогенности, это часто, это вариант его характеристики нормальной для коллоидного узла. Как его не перепутать с аденомой, ну или с фолликулярной неоплазией более широко? Значит, аденоматозные узлы доброкачественной гиперплазии, которые похожи просто, да, первое, они плохо инкапсулированы, да. Второй фактор очень важный. Имеет разнородную внутреннюю структуру. Коллоидный узел, он редко бывает так, чтобы по всему срезу он был везде абсолютно равномерно одинаковым. Да? Яичко везде равномерно одинаковое. Если посмотреть, там кроме средостения, все абсолютно равномерное. Да? И это вот яркое наглядное сравнение. Вы просто должны набить себе глаза на том, что всегда можно посмотреть, да, и потом искать здесь эти признаки. Да? Контуры часто сливаются с окружающей паренхимой. Это что значит? Они просто в нее переходят. Да? То есть где-то вы увидели контур, а где-то он прямо переходит в паренхиму, и границы четкой нет. Но последнее предложение, оно касается не нас, а цитологов, что они должны указывать, что именно это подозрительное и может соответствовать неоплазии. Четвертый морфотип, последний из четырех, который связан с высокой вероятностью злокачественности. Вот он характеризуется, смотрите, чем. Вот яркая такая картинка. Латеральные акустические тени по краям очагового образования. Помните, мы с вами картинку для фиброаденомы в молочной железе смотрели? Мы говорили, если два равномерных по бокам признака латеральных акустических теней, это хорошо. А если тени асимметричны, это плохо. И тут две латеральные акустические тени, если они идут симметрично, это признак высокой вероятности злокачественности. Второй сопутствующий компонент, там могут быть кальцинаты, как здесь изображенные, да, могут не быть, но мы сейчас говорим про наличие вот этих теней акустических, как про признак высокой вероятности злокачественности. Таким образом, мы разобрали четыре морфотипа, сейчас их прямо взглянем, что называется, с высоты птичьего полета сразу вместе. Вот это первый морфотип. В чем он? Солидное гипохогенное образование с мелкими внутрикистозными кальцинатами. Папиллярная карцинома чаще всего. Второй морфотип. Солидное гипохогенное образование с крупными кальцинатами, расположенными центрально. Локализация верхней и средней доли, верхняя и средняя части долей обеих, да? Медулярная карцинома. Третий морфотип, в кавычках, мужское яичко, да? Высоко васкуляризованное. Фолликулярная неоплазия, в скобочках, аденома, симптом яичка, да? Или латеральные акустические тени. А среди доброкачественных искать эти коллоидные включения разной степени выраженности, от маленьких, как на пятом морфотипе, до больших, как на седьмом, либо признаки аутоиммунного Т
тиреидита. На этом все. Спасибо.